Привет, молодежь. Да. Гудаури, Грузия, кто не узнал. Местность, конечно, узнаваемая, да? Анатолий и... Миша. Миша, да. И с вами Джекас, или как она там, как так? Сейчас мы планируем полетать на вот этой тряпочке. Ты же видел, сзади нас. Да. И полететь куда-то туда. Полет будет явно незабываем. Мне глобально очень страшно было бы, но я вообще ничего не вижу, поэтому насколько глубоко, насколько низко я буду падать, я не знаю. И это, конечно, обнадеживает. Обнадеживает. Ну, уже хорошо. И если я не вернусь, то вообще, не, пожалуйста, не запомните меня как видеоблогера, я сделал в жизни намного больше хороших, качественных вещей. Не, ну если ты не вернешься, как минимум. Как минимум. Это видео никто не увидит. А, да, да. Ну да, ну сам подумай. Кто его загрузит? Это правда точно. Ну, в натуре. Ну вообще, если вы смотрите это видео, значит я жив. Да, короче, ребят, просто запомни. Второй день у нас. В Гудаури стоит замечательная погода. Я ее называю ежики в тумане. Но вчера было вообще ежики. Повыше камеру держи немножко. Да, вот так вот, когда мы стартаем. Так, чтобы... А руки такие должны быть, да? Смотри, куда мы двигаемся, вот прямо бежим. Прямо, да? Да, сначала руки так и должны быть. Сначала хорошо. Мы тянем, вытягиваем, так, окей, потом мы побежали. Подожди секунду, да, двигаемся сначала, идем. Смотри, сейчас потянет назад. Идем вперед. Побежали. Сейчас. Побежали. Бежим. Садись. Полетели. Ничего себе! Пацаны, тупо Skyrim. Ничего не видно. Вообще. Ну, очень весело. Но ничего не видно. Вот, как-то так. Опять же, было бы очень страшно, вообще ничего не видно. Будто... Ну, направо посмотри. Он заморожен, ничего не видно. Направо. Направо? Ну, вот. А, вот там люди, ребят, смотрите. Короче, как парашют сверху. Круто. А? Вниз. Вот так. Ой, нихера. Ребята, очень видно. Вот, вот такая довольно вот она. Вот так. А? Вот, все, Дима, смотри. Вот такие ёжки. Мне очень нравится. Настоящий ёжик. Вчера был эти дыры полет, но ну, где-то, наверное, не нужно. 5, наверное, в облаке, наверное. А? Ну, 5 тулей или в облаке было. Да? Все нехорошо. Так что мы в воздухе, ребят, 3000 метров над уровнем моря у нас сейчас. И потихонечку плавненько летим вниз. Посадочка 2200 над уровнем моря. Видишь, ребят, стартует. Вон они, возле антенны, на толпах. Ну, смотри, какой разница, чувствуешь. Вот, если надоест, покрутим, если скажешь. Если надоест, покрутим, все это покрутим. Говорит, какая-то дальше была? Не, покрутим, все будет экстремно. А, да нет, так ты летит, что? Если хочешь, туда мы будем идти, туда. Вообще, покрутим. Покрутим, что ли? Покрутим. Еще рай. Да, просто я говорю, что это. А? Говорю, что весело. Давай покрутим, все хорошо. Представь себе, сейчас вот мы летим вот так, и вот так мы приземлимся. Нет, так неинтересно. Вообще, на самом деле, вот я думал, что это будет полет, но это реально больше как вот сидение. Ну да, мы так по 9 часов сидим. Да, летаем 100 километров. Да, это достаточно круто. Я думаю, что это такая пластиковая. Пластиковая. Давай мы сейчас с тобой немножечко дадим джазу. Хорошо. Сейчас я тут подожду. Мы дадим джазу. Вот так. Камеру ниже, хорошо. Окей. Это хорошо не будет. Давайте. Да, это интересно. Нет, это... Да. Очень круто, очень круто. Что скажешь? Страшно. Но не так, чтобы сильно. Да. Жипца.
из-за этого я люблю такие вещи. Покрутиться немножко, подурачиться. Ну, я думаю, хватит. Ты как? Я нормально. Ты прозрел? Что? Ты прозрел, адреналинчик немножко проснулся, да? Много проснулся, да. Хорошо, вот для этого и крутим. Вот сейчас мы с тобой спустились на высоту, ну, на которой они стартуют. Так, а, я дебил, конечно. Видишь, какой класс, да? Вон, ребята. А, вижу. Вот. Завердаешь, нет? Нет. Рад, что оделся? Да, спасибо. Положение, но на фоне неба А? Я ее произвожу, поэтому...